Ты тоже, честно говоря, бравируешь тем, что ты не пользуешься мобильным телефоном, интернетом. Не наступишь ли ты на те же грабли, что и Владимир Владимирович Путин? Уже поздно. Я уже пользуюсь айпадом. Все. А, начал. Ну все. Вот, эксклюзив для передачи «Бизнес-секреты». Михаил Прохоров пользуется айпадом. Причем сподвигло меня на это как раз политическая деятельность. Михаил Дмитриевич, скажите, пожалуйста, а сколько стоит пакет молока? Пакет молока? От 28 рублей до 60, в зависимости от качества. Молодец. Правильно. А, билет в метро стоит 28. Вы зря думаете, что я живу в каком-то нереальном мире. Не женатый президент, такого еще не было. Что, как ты тут на это сделаешь? Ну, в феврале будет объявление. Я вообще в некотором смысле не очень... Ксюша Собчак все-таки? Электоральные массы другие захватить. Я верю в любовь, реально. И когда влюблюсь, женюсь сразу. А подгадывать под число, ну, это цинизм запредельный. Мне кажется, что я вообще как бы плохо подхожу под стандарты в целом, да. И поэтому отсутствие первой леди, ну, я думаю, в какое-то время страна потерпит. Зато я буду больше работать, что гораздо полезнее. Домой не нужно. Домой не надо идти никуда. Буду ночевать прямо на работе. И не буду перекрывать улицы, потому что буду все время на работе.